Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Да, ребята, неделя подошла к концу, у нас началась новая, поэтому, соответственно, новые вызовы. И смотрит тут, сцены насилия, ну это у нас уже было, а что еще-то? Силы природы. А вот это надо посмотреть. Ну что, задание я выполнил уже, так что это хорошо. Да, но здесь, ребята, есть один нюансик, посмотрите, сейчас я вам покажу. Ну, в список давай, смотрите, ё-моё. Поднять ранг, плюс Леонардо у меня прокачан до следующего ранга. Ну-ка, сколько нужно? 5000, блин, мутагена не хватает, ребят, вот это облом. Блин, ну я могу поднять ранг, а вот кому? Как вы думаете, кого стоит, а, прокачать? Ребят, ну мне вот нравится мутагеноид, в принципе, и Донателло. Пульверизатор, ну как-то не особо. Кирби-мышь мне тоже не айс, чтобы радовало. Ну вот однозначно нужно прокачать Лео. 5000 мутагена нужно где-то нам с вами добыть. Ну, а пожалуй, мы начнем с вами с боя. Да. Мы сейчас пойдем на турнир. Естественно, у нас, по-моему, все с самого начала, да? Если я не ошибаюсь, конечно. Да, ребята, Лига Воинов. И мы приступаем с вами. Заодно, кстати, здесь и заработаем недостающий нам мутаген. Так, понеслась. 19 и 20 уровни. Начнем, пожалуй, мы вот с этих ребят. Бой. Я даже думаю, что это все можно будет легко на автобой пройти. Верно? Чтобы не париться, чтобы это все у нас как бы прошло довольно быстро. Нет, 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 не надо падать только, пожалуйста, я прошу. Птичка, вот этот голубь меня, честно говоря, убивает просто своим внешним видом. Глаза на выкате, и вообще, откуда такого персонажа только... Да ладно, блин, да... Ты, вы видели, а? Упал он у меня, блин. Начало, конечно, фиговенько у нас пошло. Нет, ну это из-за того, что, ребята, автобой. Он тупанул здесь на самом деле. Ну что ты тут пляшешь, а, плясун? Радуется. Ну, ладно, хорошо. Начало, как говорится, положено. 121 мутаген. Естественно, ребята, это копейки. Так, у нас 47-я позиция. Естественно, мы продолжаем сразу же в бой. Ищем по максималке. Они все одинаковые, так что... так, бакс, нет, это я не хочу, этот голубь меня бесит, давай вот, вот здесь вот возьмем. Так, обратно на самое начало мы с вами перелетаем. И вот этих вот ребятушек мы с вами берем в очередной бой. Нафиг, никакого автобоя, лучше я буду сам рулить. Так оно получится, я думаю, намного лучше и эффективнее. Так, что мне здесь? Ну, давай, наверное, с Рафика начнем. И вот... использовать будем вот этот удар. Ну, видите, совсем неплохо. Добьешь? Нет, нет, к сожалению. Так, ну давай. Отлично, все хорошо получилось. Эйприл, ты молодец, Кунаичи. Ну, а тут уже проще парень на репы. Начинаем, конечно же, с Карайки. Сейчас мы ее, ага, подбили. Ну и, соответственно, Лео. На-ка. Ну, на первых порах здесь, конечно же, все легко и просто. Вы прекрасно сами понимаете, с нуля начинаем. И это, но есть большой плюс. Мы с вами, мало того, что повышаемся по рангу, идем вверх. Так еще мутаген получаем. А мутаген, вы сами прекрасно видели, для чего мне нужен. Я хочу сегодня поднять в ранге нашего Леонардо. Хорош ему там сидеть в низинах где-то. Пора его немножко повысить. Так, вот, вот это вот хорошо. Здесь очень много кубков. Ну как много, на один кубок больше, чем по стандарту, но все-таки. Ага, Армагон, Хан и Рокстеди у нас выступают в следующем бою. Ого, я не знал, что Аргамон вот так двигает. Смотрите, опа, нифига, ему пофиг на асфальт. Он просто в нем плывет, как в океане. Так, и здесь, смотрите, у меня Хан практически никого не сможет пробить. Ну давай, бей этого Ваньку. Ладно. Так, Кунай выкидывает Карай. И мы выпускаем ракеты. Что-то как-то не айсово зашло, если честно, да? Тут еще подхил сработал. Но мы тогда сделаем, пожалуй, вот этот вот удар дубиной. Ага, вы посмотрите, как он мощно его наказал. Хан, добьешь?
молодец, красава. Тут ничего не могу сказать. Ну, а теперь Армагон выступает у нас. И одним укусом своими челюстями он просто пол здоровья у Карайки отнял. Да, даже Рокстеди не смог добить. Это удается Хану. Давайте дальше кусать Донателло. Ты посмотри, а, что он творит. На-ка, покуси. Покуси, получи, ё-моё, покуси. Покуси, это надо говорить Армагону. Ладно, мы получаем с вами опять же 200, наверное, 60 с лишним. 267. А, 231 мутаген. Вот даже как. И двигаемся. Нет, еще не перешли. Но вот после этого боя обязательно перейдем на 3 звезды. Так, смотрим по кубкам. И желательно брать, давайте вот этого. 2 Леонардо плюс Карайка. Я думаю, что это будет очень даже замечательно. Так, и кто у нас здесь? Возьмем Ванечку, дурачка, Кейси и Рафика. Почему, я не знаю, почему-то мне какой-то вот к этому вот Ване. Во-первых, потому что это якобы наш. Наш солдат. Но почему его таким дурачком здесь выставили? Я не понимаю этого. С пушкой еще в этом прикиде. Как-то все это нелепо. Они всегда высмеивают наш народ, блин. Поэтому неудивительно, в принципе. Да-да-да-да-да, конечно, Лео, что ты делаешь? Хотелось бы тоже, кстати, посмотреть, в каком же мультике или в какой части вот этот персонаж присутствует. Так же, как вы мне, в принципе, написали про голубя, этот Пит, вроде бы, да, голубь. Видите, вы как бы пишете в общем фоне, а в каком именно мультике и в какой именно части нету. Ну, а вы сами представляете, сколько нужно искать этих мультиков, чтобы посмотреть, где этот. Хотя, если, наверное, набрать в поиске, да, мультик ниндзя-черепашки голубь Пит, и, наверное, сразу тебе покажут эту серию. Кстати, да, надо будет поюзать маленько, посмотреть. Ну что, ребята, у нас Лига Воинов трехзвездочная. Мы с вами продолжаем рубиться. Так, здесь, в принципе, уже неважно, кого взять. Ну, уже 4 персонажа нужно сюда вклинивать. И мы с вами вклиним. Ну, давай, 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 давай. Это у нас будет Майк, Ксевер, Макмен и Гека. Разобьем мы в пух и прах сейчас вот эту вот всю бригадушку. И начинаем мы с Майка. Давай-ка вот по Бакстеру звезданем хорошенько. Тюнь. Главное, мячик был для бейсбола, но почему он его пинал? Мог бы и рукой трехочковым ему в лобешник засандалить. А что, было бы круто. Так, ну что, Ксевер, давай-ка посмотрим, что это у тебя такое. Оп-оп-оп. А, все, я вспомнил, да. Ты у нас мало того, что капуэра занимаешься, так ты еще у нас и типа барабанщик, что ли. Ну-ка, Гека. Упадет? Нет, не упал. Стоит, держится, Клумон. Лео даже не смог причинить вреда. Смех на палке. Да, ну вот они, конечно, смотрятся эпично, вот эти вот герои из фильма. Мне нравится. Прорисовка такая ничёшная. Классно. Что Лео, что Майки. Давай, оп-оп-оп. А вот интересно, что это означает вот такой вот за значок? Можно как-то там посмотреть. Периодически он появляется. И хотелось бы узнать, что такое у нас, например, отложенный урон на 2 хода. Это вот как понять? Так, и мы получаем с вами, о, 428 мутагена уже. Ну, такими темпами, ребят, мы, конечно же, наберем 5000 и поднимем нашего Лео. Кстати, может быть, мы уже сможем его поднять? Да, ребят, смотрите, 5526 мутагена, и я думаю, что пора его развивать. Да, Лео. Ах, вот оно как. Ты получаешь у меня 4-ю звезду, но, к сожалению, пока серебряную. А для того, чтобы тебя поднять в ранге, я так понимаю, нужно что-то еще. У нас, наверное, не будет хватать. Ага, вот, смотрим. 330 и 9000. Вот оно, ребята. Вот оно. Расти, малыш. Ты мне нужен. Ха-ха. Ну что, о, у него появляется, смотрите, ребята, бесстрашный лидер. Лео наступает, не считаясь ценой. В начале хода есть вероятность 15% восстановить 10% от максимума ХП. Даже так, да?
Ну что же, главное, что у тебя 4 звезды. Мне остается только лишь дело за малым. Это тебя прокачать до 67 уровня, наверное, я так понимаю. У нас это максимальный в данный момент уровень. Так ведь? А, нет, ребята, мы, скорее всего, его сможем только лишь до 60 прокачать. Но, смотрите-ка, я могу и Рафика поднять. Развить нужно 1000 мутагена. Это, в принципе, нам по плечу. И также мы можем, да, ранг я уже говорил, чтобы поднять. Я все-таки склоняю себе тогда Донателло. А знаете почему? Потому что у него есть удар защита. Какой удар? Это скилл, естественно, скилл, ребята. На защиту. И давайте мы его поднимем. Он получает 3 серебряные звезды. Ну что же, вот, вот про этот я, ребята, говорил. Это генератор щитов. Насколько? На 40% в течение 2 ходов. Ну, считайте, мы с вами половину. Кстати, мы можем даже еще развить. Секунду. Смотрим, нам нужно 4 вентилятора, да? И 500 мутагена. Так, обязательно мы сейчас с вами найдем эти 4 вентилятора. Давайте начнем вот здесь вот. Может быть, у Бакстера мы что-нибудь сможем найти. Да, один уже нашли. Так, давайте продолжим. Еще 3 осталось нам. Эй, тут не досталось. Чего, зато карточка Бакстера выпала. Ну, давай, давай, давай. Вот второй вентилятор у нас. Так, тут откат. Давай здесь у короля крыс посмотрим. Есть. И последний нам осталось найти. Давай, не подкачай. Да, отлично, ребята. Все, и, соответственно, мы с вами просто-напросто сейчас прокачиваем. Насколько, на 50% будет или нет? Так, ступень вторая, показывай мне. Да, ребята, на 50%, это ровно в половину. На 2 хода, это очень хорошо. Да, единственное, конечно, он у нас слабенький. У него всего 3 серебряные звезды. Но я думаю, что где-то на лигах, в турнирах, это будет нам очень даже полезно. Ну что же, а мы пока продолжаем с вами. Так, погоди-ка, погоди-ка, что здесь? Развить 1000 нужно, ага, понял. 1000 мы как-нибудь найдем. Кстати, мы можем ему еще, видимо, навык. Нет? А, мы можем ему уровень просто поднять. Ну, давай поднимем тебе маленечко уровень. Вот так вот. Мутаген мы набьем, ребята. Там 500 всего лишь мутагена. Это... А, 1000. Ну, и опять же, он у меня получит сколько? 2 звезды, 2 бронзовые. Хорошо, все равно все это замечательно. Ну, а мы с вами продолжаем турнир. Поехали в бой. И давайте выберем, наверное. Вот как мне вот этот майк не нравится, а? Я, наверное, думаю, что вот этот все-таки возьмем с вами. Так, тут у нас 24-й, 22-й уровень. Ну, в любом случае, у меня же, по-моему, идут от 30-ки. Так что я ничего в этом плане не боюсь. И уже смело буду себя здесь чувствовать. Вообще, практически я непоколебим здесь для, вот, по крайней мере, для этих уровней. Ну, давай, 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 Ха, ну что ты выделаешься, ну... А, ты на Пиццелицева, да? Ладно, хорошо. Давай-ка мы ему в ответочку. Так, это у нас... А, заморозка, понятно, мы его заморозили. Грубо говоря, он у нас в стане. Так, Пиццелицей бомбит. И постепенный урон мы положили на 3. Давай массовый от мутагеноида. У-ху-ху-ху-ху. Вообще шик и блеск. Ага. Крип добил, этот помер, ну и, соответственно, Бакстер тоже падает. Согласитесь, было замечательно, великолепно. Обожаю вот на начальных уровнях это все дело проходить, потому что легко и просто. Сколько нам мутагена дают? 428. Ну, нормально, ребята. Причем у нас еще будет довольно много сейчас боев. Еще раз хочу напомнить, что если кто-то не хочет смотреть вот это вот все... Как я с самого начала прохожу, можете просто мотануть, наверное, где-то на середину видосика. И там уже будет ближе, наверное, к финалу. И, соответственно, мы еще пойдем с вами на новые эти, на новые бои. Точнее, на новые не приключения даже, а на новые испытания. Все время забываю, что это испытания. Так, и у нас вот эта вот сила природы. Хочется мне посмотреть. Я вроде бы всего лишь один раз там был. А может быть, не был. В общем, глянем. Так, здесь у нас тоже нету, в принципе, никакой разницы, кого брать. И я думаю, что, наверное, возьму... Тю-тю-тю-тю. Может быть, вот этих вот. Да, давайте возьмем вот здесь. Вот этих вот орлов, архаровцев. Так, они у нас тут 26 уровень. Так, Кейси, Саблезуб, Пульверизатор и вот так вот.
должны, в принципе, раскромсать. Опять же, без всяких там проблем. Кого тут надо уничтожить в первую очередь? Но я думаю, Хана, потому что у него есть на понижение у нас и скорость, и все. Так, давайте баллончиком звезданем. Ага, нормуль. Так, ну, пульверизатор, я думаю, ты добьешь, да? Добил, блин. Ну что, ну что ты тут-то химичишь, блин? Давай звезданем. Опа, Донни упал, причем сразу. Так, ага, оскорбление ты сделал. Ладно, раз ты у нас под провокацией. Ха, мы ему защиту, атаку понизили. Давайте мы вот так вот тогда сделаем. Попробуй теперь пробить нас, олух. Не получится, даже не старайся. Вот я сейчас еще немножко шокером побалуем. На, гаденыш, получи. Так, нет, провокацию нам нет смысла делать. Вот так вот, просто по коленочке ему пнули и нормально. Так, ну что, Саблезуб добил, молодец. Ну и остался лишь тут Донни, который надел на себя, блин, костюм мага и думает, что ему теперь все здесь можно. Нет, братишка, тебе здесь ничего нельзя. Тебе можно только валяться. Вот это да, это я тебе разрешаю. Отлично. Мы получаем опять же халявный мутаген. И опять же с вами немножко подрастаем. И да, мы перешли в двухзвездочную элиту. Естественно, сразу продолжаем. Хотя, подожди, ребят, давайте-ка мы зайдем в мой список. Так, развить. Блин, чуть-чуть не хватает. Ладно, подождем еще маленько. Время нам позволяет. Здесь смотрим. Опять же, нету никакой разницы. И я думаю, что вот этого я возьму. Пожалуй. Так, у меня все меньше и меньше становится героев, ребята. Так, Змейка Авьюн, Донателло, Король Крысиный и, естественно... А, тут нужно 5 оружия. Тогда вот так сделаем. Так, ну, разогнались, прибежали, быстренько накумарили и убежали. Так, вот как раз здесь сейчас Донни нам и пригодится со своей защитой. Если, конечно, он успеет воспользоваться ей. Так, Лео, отдохни маленько, наверное. Упал, замечательно. Так, давай массовый от Змейка Вьюна. Отлично. Так, и теперь волну. Пускай... в принципе, и все, ребята. Наверное. Ай, какой же у тебя слабый удар звездочками, а, все-таки. Донни, Донни, подвел ты меня. Ладно, добиваем Рокстеди, все. Здесь, согласитесь, все было легко и просто. Без сучка и задоринки. Единственное, что у Донни, конечно, очень слабые удары. Да, защиту он, конечно, ставит хорошую себе на 50%. Ну, а остальные удары у него ватные. По крайней мере, у меня. Они потому что не прокачаны, вот и все. Так, ну а мы берем с вами очередной бой. И здесь у нас, опять же, не имеет значения, кого взять. Давай тогда возьмем... Так, вот здесь вот мне не нравится Гекко. Здесь мне не нравится Рокстеди вот этот вот. Тогда, получается, я возьму наименьшее, наверное, сопротивление. Это будет... Это будет кто? Наверное, вот здесь вот все-таки. Хорошо, давайте. Так, Карайка, Майк, Бакстер, Паукус... Вот так вот мы с вами сделаем. Эх, мой отряд потихоньку-потихоньку становится меньше. Так, Крис не упал. Ну-ка, Майк, давай-ка масухой нормуль. Ну, у троих пониженная атака. Крис, естественно, сейчас падает у нас. Давайте теперь, наверное, Эйприл добьем. Паук справляется с этой задачей. Ну и... Бибов, ты сможешь добить или нет Гекко этого? Добил, умница, красава. Все, в принципе, уже победа в кармане. Даже не наносит урону, естественно. Так, давай вот так добьем Хана. Ну и начнем добивать Рафика. Все, упал, замечательно. Ну, теперь-то мы с вами точно накопили мутагена. Но уже не будем отвлекаться. Пойдем до конца, до упора. 760 мутагена мы получали. И на трехзвездочную элиту мы с вами переходим. Продолжаем. Выбираем. И смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. И ничего хорошего не находим. Давайте я, наверное, возьму вот... Так. Вот это вот, наверное, да. Возьмем вот... Мне вот там Бакстер смущает со своими маузерами. Он мне не нужен. И возьмем вот этих вот ребят. Да. Подожди-ка, раз... А, ну да, пятерочка моя великолепная сохраняется для следующих боев.
Погнали. Кунаями зарядили. Так, выпускаем ногти. Ух! Счастливо, как говорится, родной. Так, давайте Гека вначале пропишем. Хорошо, добиваем его. Ну куда ты, а? Знаете, вот выкусите ракеты. Ух, двоих снесло. Ну и Ваньку, естественно, добиваем. Вообще, проще парень реп как-то здесь получилось. Я думал, хоть какое-то будет сопротивление, но бесполезно. Продолжаем. Ну, хотя бы нам перейти на следующий ранг было бы уже хорошо. И, в принципе, если мы сейчас вот этот бой побеждаем, а мы его, естественно, побеждаем. Вот я даже возьму вот этого вот. И уже свою основную элиту. Ребят, я не буду тратить здесь порталы, знаете почему? Потому что мне выгоднее дождаться отката вот этих вот ребят, да? Они где-то... Тут у нас уже 37-е уровни идут. То есть к следующему бою это будут 40-е. То есть приблизительно это начнется у меня где-то с мутагеноида, по-моему, или со змейковьюна, по-моему, да? 40-е уровни. То есть я смогу еще боев так... 5 провести, подняться, естественно, в лиге. И потом уже начать тратить порталы, когда будем на максималке. Так что сейчас, пока вот это вот у нас будет последний бой, ребят. Ну, он будет очень быстрый, потому что, ну, 60 уровень, практически 2 персонажа здесь. Скоро к нам еще сюда присоединится Лео. Я вот только единственное, что не знаю, взамен-то кого его взять. Хотя у него тоже 4 звезды, он ничем особым не отличается. Единственное, что у него есть подхил. Может быть, вместо тигра. Но тигр тоже мне нужен. У него массовый урон, который понижает врагам защиту. Это тоже очень хорошо, очень круто. Вот он, этот выстрел. Видите, да? Также хочу, конечно, Шреддера еще немножечко раскачать, приподнять ему уровень. Было бы вообще шикарно. Потому что я из-за этого сейчас в данный момент топчусь на месте, потому что карточек у меня нету новых, не могу, естественно, их прокачать. А если бы у нас был бы хотя бы один персонаж 80 уровня, поверьте мне, мы бы с вами тут разгулялись бы. По сюжетке, наверное, бы уже давным-давно далеко бы ушли бы. Хотя спешить нам некуда, ребят, потому что у нас глава 7 последняя, и как бы хочется ее растянуть, посмаковать, как говорится, попереживать. Потому что мы ее пройдем, да, главу, и у нас с вами что останется? Останется только лишь турнир лиги, только лишь турниры и останутся, в принципе. Ну и испытания еще, ежедневные разные, не ежедневные, а там каждую неделю новые. Так, ну что ж, давайте развивать. Вот он получал вторую звезду. У него открывается новый скилл. Это называется Фас Чомпи. Раф учит Чомпи Пикассо искусству войны. Вероятность 15% вызвать отложенный урон в течение одного хода. Что за отложенный урон? Я не понимаю. Ладно, давай тогда уж сделаем тебе вот так вот. Да, до 20 уровня мы его прокачали. В принципе, я считаю, что это хорошо. Так, а это он будет тут смотреть какие-то, видимо, мультики у нас, да? Следующий скилл. Сила Кронгарда. Даже так. Хорошему бластеру равных нет. Да, это все потом. Это уже на, я так понимаю, на платиновой лиге. Не лиге, а звезде, когда будут платиновые звезды все. Так, мы можем также с вами Крису поднять один уровень. Нужно 7000 мутагена, это до хера на самом деле. Эх, Лео, блин, 4 звезды. Рокзар, тебе тоже нужно 4-ю звезду зарабатывать. Тигр, родной ты мой, тебе тоже надо. Шреддеру надо. Железная голова. Ну вы сами прекрасно видите, тут и Бибоп, и Майк. На Майк вообще карты не выпадают. Какой-то прям кризис. Ну, Карайку можно прокачать, тут спора нет, но опять же только лишь на 4-ю звезду. Остальные у меня пока все тихонечко стоят и ждут свои очереди. И по ходу дела им еще очень долго придется ждать. Вот у меня ближайший на появление это Рокстеди. Потом, скорее всего, я не знаю, что это за Майк такой. Ну и, ага, вот Рафаэль ролевой, 5 карточек если мне достать, то он у нас тоже появится. Но когда у нас появятся эти карточки. Также у нас Рафаэль классический. В принципе, тут не так уж и много нужно. Рокстеди классический. В
принципе, что классический, что в форме зайчика, никакой разницы абсолютно здесь нету. И все, да, у нас получается в ближайшее время. Да, пока никого не цветит. Крэнга я вообще не видел, ни одной карточки, как видите, нету. Так же, как у нас доктор Роквелл тоже отсутствует. Кожеголовый, вообще минус. Ну, и про Супер Шреддера я, конечно, вообще молчу. И, кстати, классический тоже почему-то мне ни разу еще ниоткуда не выпадал. Может быть, они вообще донатские, нужно покупать паки. Ну, я этим заниматься не буду, поэтому, ребята, вы, наверное, и понимаете, почему у нас идет все это медленно. Я не доначу, я чисто своими силенками прохожу. В последнее время мне это как-то отбило желание донатить. Я пока еще столько не зарабатываю, чтобы вливать. Как только пойдут дела в гору, тогда, естественно, с вами что-нибудь замутим. Так, ну, и давайте, наверное, с вами будем заходить уже. У нас задание выполнено, да, все? Да, все выполнены. В бой, в новые испытания. Так, сцена насилия. Мы вроде бы как-то были, но я хочу посмотреть вот силы природы. Что здесь у нас? Так, нам дают карточку саблезубого. Ну что же, сырное мороженое у нас пока есть, поэтому я думаю, что и отправляться надо. И дают нам очень-очень хороших, ребята, персонажей. Я бы даже сказал, вообще блеск. И, возможно, мы с ними далеко с вами уйдем. Так, почему вот этот вот? Давай вот сюда вот так вот сделаем. И вот так вот, наверное. Хотя вы посмотрите, да, где у меня находится Шреддер, на какой позиции. И на какой находится Лео. То есть, скорее всего... Так, а можно же мне как-то... Да, можно где-то посмотреть их данные по атакам. Но опять же, это нужно где-то лазить. Ну что ж, давайте мы пойдем, будем проходить. Здесь я поставлю автобой, чтобы они быстренько здесь сами заколбасили. Три волны у нас тут. Пройдем мы это все, естественно, на одном дыхании. Без запиночки. Ну, блин, лучше бы ты сделал свой козырный суперудар. Все бы сразу бы тут полегли. Нет, мы будем по одному их тут щелкать, париться и на это любоваться. Ну, что тут, Рахзарчик. Упал? Конечно, упал. Ну и ниндзя-футы. Все, готовы. Довольно легко. Так, дают нам карточку саблезуба, по-моему, да, ребята? Ну, давай, давай, не томи. Да, карточку саблезуба, одну штучку. Ну, а мы с вами переходим сюда. И здесь уже карточка Рахзара. Вот, вот, мне нужна карточка тигра, ребят. Ну, одна, конечно, нам... Погода не сыграет, но это все-таки маленький такой шажок для будущего роста нашего тигра. Конечно, я говорю так из-за того, что я не пробовал других персонажей. Как только они у меня появятся, как только я их пойму, насколько они хороши, лучше, то, возможно, нас кто-то покинет. Это может быть любой персонаж, что Шреддер, что Тигр, что Крис, что Зэк. И знаете, что самое главное и печальное? Что когда ты привыкаешь к определенному персонажу и очень долгое время им играешь, и потом тебе приходится менять. Тебе кажется, что тот новый, кого ты взял, почему-то слабее, почему-то где-то тупит, где-то вот... Знаете, начинаешь искать изъяны сам для себя, хотя это на самом деле так и не, нету, и не происходит. Но ты вот начинаешь вот как-то оправдывать своего бывшего персонажа. Я заметил, да, такое часто бывает, и причем во многих играх. Ну что же, у нас эпизод третий, и здесь разыгрывается карточка тигра. Кстати, здесь на 3 звезды мы можем, например, потратить сыр и также порталы. Но я думаю, что не стоит, ребята, да? Тут две карточки саблезуба. Так, это же, по-моему, изведение, если не ошибаюсь. Здесь тоже фигня. Ну, нету, нету пока смысла тратить. Будем просто вот так вот проходить. Так, 30-й, 35-й уровни. Естественно, также ставлю на автобой. Пускай они тут разберутся. Я даже не переживаю. Здесь они не проиграют, они просто валят их с удара. Опять же, по 3 волны везде. Начнется вся кипишня где-то на уровне, ребята, уже 50-м. Там уже, да, там уже придется брать в руки мышку и самому, как говорится, разруливать ситуацию. Так, ну что, последняя волна у нас. А с топориком это у нас, походу, дело Донни, да? Изведение. Так, тут тигр, Донни упал.
И тигр, смотри-ка, сопротивляется. Все, он тоже у нас валяется. Три звезды, отлично. Получаем, естественно, карточку. Ну давай, 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 быстрее, не томи. И уровень у нас потихонечку растет. Вот он, родной мой тигренок. Так, продолжаем. Эпизод 4, здесь у нас карточка. Вот, кстати, здесь очень даже хорошо разыгрывать. Смотрите, здесь нам может выпасть две карточки Шреддера, две карточки тигра. Ну, как вы знаете, придется потратить сыр. 6 штучек, но пока мы не будем этого ничего делать. Это, знаете, хорошо, когда вот ты доходишь до своего предела вот в этих вот испытаниях. Ну, то есть уже некуда. А каждый день они, сами знаете, обновляются. Эти сырки и все это. Вот тогда, да, можно потратить. И также пиццу, ну, чтобы энергию на ходы. Потому что, естественно, мы только с вами можем. Точнее, как я делаю обычно. Я прохожу арену. Для меня арена. Там главное подняться как можно выше и как можно быстрее. Потому что по истечению недели мы получаем с вами карты. Причем довольно немало. Также там деньги, звездочки. В общем, все-все-все, что нам нужно. И, соответственно, чем выше ты в лиге к концу недели, тем лучше для нас, ребят. Так, ну что, человек... Блин, меня вот удивляет, да, что это человек-гриб. На самом деле это просто гриб. Ну, я бы даже назвал, ну, медуза на худой конец. Ну, почему человек? Видимо, эти крэнги в свое время постарались и людей превращали вот в грибоподобное что-то такое. Существо непонятного нам образа, которые почему-то, опять же, против нас дерутся. Так, ага, тут четвертая волна. И... Так, подожди, дай-ка я возьму в руки. Это что еще за чучело? Это кто такой? Что за червеподобный? Да подожди ты, я хотел сам побомбить, эй. Ты посмотри, какой... Какой это урод? Это кто такой? Это неужели в мультике вот такой вот был? Я даже не знаю, как его назвать. Голова как червяка. И в то же время какой-то, как будто он из... дерево, коряк сделан. В общем, не имеет значения. Пфф, упал, ватный какой-то хмырь попался, и как его звать-то, я даже не посмотрел, ребят. В общем, победа. Угу, отлично. Так. Да, карточка Шреддера. Ну что же, мы давайте смотреть с вами дальше. У нас эпизод 5. Здесь какие враги? Вот, 55-е уровни, ребята, начались. Это, наверное, будет наш предел. Дальше мы не сможем, наверное, переплюнуть. Так, ну, будем пытаться. Ай, не добили эту крысу помойную. Молодец, Раф, умница, красава. Уважуха и респект тебе. Оу, а бомбят-то они нехило, ребят, смотрите-ка. Сколько отняли. Не понял. А, все, все, хорошо. Я думаю, как это так Криса бомбят. Я же забыл, что он у меня уже 59 уровня. Он до сих пор у меня в подсознании на 45 уровне завис. Вот так вот. Ну что, крыса у нас падает, и мы двигаемся с вами дальше. Так, это у нас вторая волна. Кто здесь? Вот грибы. Грибы отсюда. Не-не-не-не, не надо. Ну, хотя нормально. Ребят, терпимо. Так, смотрите, они поставили себе уклонение. Блин, ну-ка, пробьем с вертушки. Да, отлично, получилось у тебя, Крис. Так, ну-ка, тигр, прожаришь. Ах ты, мимо. Мимо, к сожалению, ребята. Ну, Шреддер, наверное, тоже промажет. Угу, понятно. Ладно, вот ненавижу я вот это, ребята, вот уклонение, блин, на самом деле. Просто бесявая фигня. Ну-ка, с вертушки дашь? Нормуль, зэк, у тебя очень хорошо получилось. Ты прописал. Добьешь, Крис? Все. А эти уже... сосунки для нас, блин, промахиваемся, это что такое? Может быть, подхилиться? Нет, не будем пока тратить. Кто там впереди еще хрен его знает. Нам может это очень сильно прилиться. И зря я, наверное, Рафиком сделал, конечно, здесь провокацию. Третья волна лишь только. Третья, ребята. Ну, упал, не упал, не шиша, сейчас упадет. И еще четверо здесь, конечно же, какая троечка. Так, получил. Давай его добьем. Ой! Я же хотел, блин, с пальцем. Зачем так было сделано с твоей стороны жестоко? Да хотя, что переживает-то? Тут кто? Шреддер, Донни, да? Все, рвем их нафиг.
на мелкие кусочки. Бум. Да, чуть не прокатило. Так, хиляться стоит? Думаю, что не стоит, поэтому сделаем массовый удар. Этот гриб у нас упал, а этот что-то еще возникает. Что вы делаете, ребят? Надо с ним завязывать. Отличненько. Так, что мы сделаем с вами? Мы сделаем... Давай-ка я вот этого хмыреныша... Ага, положил, причем с удара, нормуль. Так, хиляешься? Это твой выбор. С вертушки от Криса Брэдфорда. Не добили. Знаете, мне такое ощущение, что это отсылка на этого, на Чик Норриса. Вот почему-то я смотрю, и мне представляется, это Чик Норрис. Ну, никак не какой-то там Крис Брэдфорд. Так, ну что, добьем мы Шредера или нет? О, сейчас еще получит люлей от Криса. Да, конечно, добьем, ребята. И, видимо, следующие персонажи у нас будут 60 уровня. Там уже уж точно, скорее всего, будет полный звездец. Там даже наш суперудар 1000 звездюлей не поможет. Рафаэль, видение. Достается нам карточка. И смотрим, ребята. 7 сыра стоит у нас следующий эпизод. Оу, щет. Мало того, что они 60 и 65 уровня, так у них еще и по 5 звезд все в золоте. Особенно вот этот вот гриб. Ох, если он звезданет, нам, думаю, мало не покажется. Ну, а мы можем же еще, ребята, с вами посмотреть вот здесь вот сцены насилия. Жалко, у нас с вами очень мало сыра осталось. Давайте я все-таки рискну. Дают нам, ну, не особо хороших персонажей здесь, именно в этом испытании. Я не знаю, как они это делают, у них почему-то рандомно, постоянно всегда разные какие-то условия. Нет, с одной стороны, это, конечно, хорошо, но плохо-то для нас, потому что некоторые герои, которые нам даются на выбор, у нас не прокачаны. И обидно получается как-то, что испытание просто-напросто проходит мимо нас. А меня это не особо устраивает, но... Бум! Ах ты, смотри-ка, заразёныш маленький. Выжил как-то. Так, прыгаем. Это у нас последняя волна, заключительная здесь. Донни, Лео. Причем они все, блин, в одинаковых красных повязках. Неужели они так и в комиксах были? Их можно было различить только лишь по оружию в руке. Так, и упал. Все, ну, сами понимаете, здесь... Так и должно было быть, легко и просто. Но сыра у нас все меньше и меньше. По-моему, 15 сыра всего лишь осталось. Так, Кейси Джонс, это хорошо, он нам нужен, пригодится. Да, 15 сыра остается. И здесь мы тратим еще 4. Нам дают карточку Донни за это. Так, ну, автобой я включу. Париться мы здесь особо не будем. Чтобы я тут не думал, лишний раз время не тратил, пускай автобой здесь все это дело разрулит по-быренькому. Так, смотри-ка. Опа, ну куда он, на кого он батон-то крошит, ё-моё. На самого Лео. Так, маузеров здесь целая куча. Ну что ты делаешь, у тебя же... Ну, для этих еще ладно, сгодится. А так, на самом деле, у него очень слабый удар. Вот это вот бросание звездочек. Никчемный. Так, упал. Все, последние чувачки. Кто там у нас? Ну, разберут. Разберут они их без проблем. Тут у нас и Рафик. Тут у нас опять же Донни. Немножко это мне как-то смущает. Почему так? Ну, нафиг понижает он скорость. Ну, массовый-то удар. Зачем здесь? Ядрёна ты ваша. А? Ну, что вы тупите-то, а? Ай, ладно. Двигаемся дальше. Да, все это понятно. Здесь мы прошли. Опять же на 3 звезды. Так, карточка Донни нам досталась. И, блин-блин-блинский, эпизод 4. Здесь у нас разыгрывается карточка Рафа. Но не того Рафа, по-моему, которого мы с вами получаем. Или того? Нет, все нормально, именно этого Рафика. Так, а если мы сейчас еще кое-что с вами глянем? Нет, здесь, к сожалению, нету разыгрывания его. Жаль, мы бы могли немножко приблизиться к завершению поднятия по рангу нашего Рафика. Он бы получил у нас 5 звезд, плюс прокачка до 80 уровня. Ох, было бы просто шик и блеск, ребята. Рафик бы был бы просто на высоте, и я больше уверен, он сейчас у нас сильный практически и всех валит.
можно сказать, чуть ли не один, то если он бы получил у меня 80 уровень плюс 5 звезд золотых, ух. Слушайте, а получается у нас платиновый-то когда? Вообще здесь максимум, наверное, 100 уровень, да? Я как-то вот не смотрел чужих обзоров, не учился ни у кого. Я, ребята, честно говоря, всегда люблю сам все это. Да, я не спорю, иногда да, тупо, нелепо. Иногда только там спустя какое-то определенное количество времени ты понимаешь, где ты тупил, чего ты неправильно делал. Но, тем не менее, зато ты сам это все. Хотя есть поговорка такая: на чужих ошибках учатся. Да, кстати, хорошая такая присказка, но здесь же ничего мы не теряем, нет. Ни здоровья, как говорится, ни деньги, ничего. Поэтому можно позволить себе и самому здесь разбираться в этой игре. Так, ну что, ребят, последняя волна. Здесь у нас опять же Майк. Здесь же опять, кто это у нас там? Ага, Рафик. Ну давай, давай, накажем. Накажем все равно, в любом случае. Так, так, что там? А, понятно. Так, Донь, ты давай держись у меня там. Не падай, не расслабляйся. Да, удары у него, конечно, вообще никчемные. Надо будет его немножко прокачать. Хотя стоит ли? Я думаю, что нет. Ну, стоит, но не в данный момент, ребята. Не в ближайшее время. Что ты там орешь? Иммунитет вешаешь? А, нет, массовый удар. Да-да-да, конечно же. Упал, все. Прошли на 3 звезды. Интересно, на следующий-то у нас хватит сыра или нет? Опыт. Мне осталось всего лишь там 700 очей, карточку Рафа. И я получил это уже хорошо, это уже плюс. И здесь у нас эпизод следующий, 6 сыра. Как раз, ребята, это последний сыр. И здесь у нас с 40 по 45 уровень враги. Я, ну, Донни, да, Донни здесь, скорее всего, сплавится. Его расколбасят. Давайте я, наверное, хотел на автобой, но думаю, что я сам, наверное, здесь порулю. Так, у нас фуд-ниндзя. Так, на кого? Ну, естественно, ребята, это даже к бабке не ходи. Они будут всегда атаковать самого слабого персонажа в твоей, как говорится, пачке. И провокатора у меня нет. У меня есть Раф, но в данном... Давай подхилимся, фиксим. Пускай, пускай. Мне нужен Донни живым. Я хочу пройти на 3 звезды. Так, ай, ты своим паршивым ударом слабеньким. Вот, лучше, да, лучше вы бейте Рафа. Он, как говорится, крепкий парень, он все выдержит. Так, это у нас только вторая волна, их всего здесь будет 4. Ага, опять ниндзя-футы. Ладно, хорошо, давай будем разбирать по одному. Так, давай-ка вот своим суперударом. Йо-хоу, не пробил, к сожалению. Так, стоит? Нет, я думаю, что не стоит, просто добьем. Да, конечно, эй, тихо-тихо, Донни. Стой, стой, не падай, пожалуйста, бонус снят. Черт, тебя подери, атакуют все именно Доника. Ну, бомбани. Ну, хотя бы одного положил, ладно. Уже хоть какой-то плюс. Ну, пробьем, нет, пробили, все. Эй, тихо, 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 Донни, держись. Блин, я не могу подхитить, ребята, никем. Как он гад выстаивает, я не могу понять. Вроде должен упасть, там какой-то белый дымок, он, вспышка какая-то непонятное происходит. И он стоит все равно, гад, на ногах. Да, здесь, конечно, нам придется распрощаться, скорее всего, с Доником. Здесь ничего его не спасет, я думаю. Ну-ка. Да. Маузеры делают массовый. Ах, вот оно что, ребята, у них здесь защита. Ну, вы знаете, что... Да, все, Донни упал. Вы знаете, что такое вот эта вот защита, то есть... Мне придется делать, блин, два удара. Первый снимает этот шлем, а второй уже, естественно, добивает. Ну, здесь ты уже никак ты не выкрутишься. Здесь вы все поляжете. Потому что Доника больше нету. А кого вы еще можете бомбить? Никого. Поэтому Маузер будет падать. Так, делаем здесь массовый. Сразу же снимаем со всех. Ага. И что это такое? Что? Оу, что это? Оскорбление, уклонение. Ах, еще и у ворот. А я такой плевать не. Ну-ка, пробьем, нет? Пробили. Маузер, заткнись. Так, мы промазали, да? Так, мы ему понизили меткость. О, блин, мимо. Ты посмотри, какой говнюк.
Вот так вот с вертушки наказали маленечко. И я думаю, что добьем мы его сейчас. Нет, не добили. Черт тебя подери, Охламон ты. Все, он лежит, отдыхает, расслабляется, смотрит на звездное небо. И думает, блин, зачем я пошел в эту драку только. Ну, давай добивать уже, ё-моё. Ну, на самом деле, ну что ты тут прыгаешь? Ага, снято. Так, меткость минус. И вообще он минус. И четвертая волна у нас заключительная. Кто у нас? А, здесь босс Маузер. Ну, давай. Получил, как говорится, свое. Понизим, нет, сможем. Вот скорость мы ему понизили. Все, ребята, этот хлопчик наш. Мы еще и меткость понизили ему. У-ху-ху-ху-ху. Так, провокацию, думаю. А хотя давайте повесим. Я, правда, не знаю, кого он будет у нас железноголового бить или нас. Ну, Лео сейчас пропишет свой суперудар. Отлично. Также мы, давай вот так вот сделаем лучше. Так, меткость опять понижена. Выпускаем ракеты. Эй, ракеты никакого урона не наносят. И... нет. Давай сейчас. Не добил, блин, ну что ты будешь делать? Ну, Лео, давай ты. Нет, куда уж там. Тут только лишь Раф, это вообще промахивается. Ну, Раф, давай, ответку, все. Молодец, красава, умница. Ну что, ребята, три звезды. Подожди, ай, какой три звезды? Я же забыл, Донни-то у нас спекся. Ладно, бывает. Вот она, карточка Майка. Нам достается, мы собираем здесь. И у нас, по идее, должен быть эпизод 5, ребят. Но это вряд ли у нас получится. Во-первых, у нас сыр кончился. А во-вторых, по уровню, скорее всего, мы там не потянем. Ну что, вроде бы, как и все. Мы до пределов дошли здесь. Хотя в испытании, опять же, вроде бы не факт. Можно будет, наверное, я думаю. Да ё-моё, сыра нет, не посмотреть. Попробовать, рискнуть, как говорится, своим здоровьем. Это уже, наверное, ребята, мы... в следующей серии-то, конечно, вряд ли. Но в ближайшее время, да. И вообще сюжетка у нас еще. Да. Ох, ребята, да. Хотелось бы, конечно, хотелось. Но 64-66 уровень — это как-то перебор. Перебор еще какой. Причем здесь Джастин, он 5 звезд 66 уровня. Это будет наш, наверное, первый босс, который у нас и положит, в принципе. Даже несмотря на то, что у меня здесь три персонажа 60 уровня. Ну и возможно, что скоро и Лео нас догонит. Ну там, по-моему, и Шреддер. В общем, как-то так, ребята. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я буду завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Мы с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту хорошую, классную, веселую игру. Так что, всем пока, всем удачи и до новых видосиков, ребята.